подведении итогов глава облздравкома объявил, что все главы ЦИК Саратова уходят в отставку. Вы на пресс-конференции позже обмолвились, что был применен административный ресурс. И мы же говорим о доверии к выборам. То есть каким образом, могли бы вы подробнее рассказать о ситуации в нашем регионе? Да, в нашем регионе ситуация тянется с выборов 2016 года, когда, понимаете, есть вещи, когда если формально подходишь, смотришь, нет оснований изменять итоги, скажем, да, дозавоевывать итоги выборов. Формальных оснований нет, вроде все закону, жалоб нет, обращений нет, потому что никаких, скажем, все члены комиссии, представляющие там 7-8 партий, подписали, а результат 62,2, да, помните эту историю, да? И мы начинаем анализировать, а в чем дело, да, почему? То есть это тонко изощренное применение административного ресурса, когда, ну, не было оснований, да, вот эту компанию вот схватить, да? В эту компанию просто вы многое не знаете. У нас вот такая ситуация, почему я даже с президентом говорила по поводу того, как его вице в Воронежской области на думской компании, вице-губернатор впрямую, на мой взгляд, ответственным был за те злоупотребления, из-за которых мы вырезали недоверие председателю областной комиссии, и там возбуждено уголовное дело, впрямую. Но он по своему, не наша компетенция его снимать. Наша компетенция была добиться ухода с поста председателя областной комиссии, я сейчас пока по Воронежской области говорю, и в нашей компетенции была возможность передать дела в правоохранительные органы, следственные комитеты, чтобы они провели проверку по своей компетенции, что у нас нет, да, мы же не следователи, мы же не правоохранители. Вот это было. А в компетенции губернатора, если он видит, что его заместитель, который отвечает за внутреннюю политику, пытается подменять комиссию, пытается давить начальников комиссии, пытается злоупотреблять. По крайней мере, мог его освободить от должности, выразить ему недоверие, он этого не сделал. Я об этом президенту говорила. По Саратову в этот раз вы просто не знаете всех перипетий, что приходилось сделать, когда ваш уже ушедший мэр пытался за спиной, к сожалению, Дашенкин тоже не знал, мягкий, я так скажу, мягкий характер, видимо, он не полностью ситуацию владеет. Мы для нас это тоже, почему в подвешенном состоянии сейчас комиссия? Мы сейчас не утверждаем еще председателя. За спиной глав территориальных комиссий городских с результатами вызывал к себе и пытался на них влиять. Процесс мы, я просто не буду рассказывать, это целая ночь была, извините, битва. У нас есть полное основание сказать, что мэр города самым наглым образом применял административный ресурс, пытаясь оказывать давление и влияние на изменение результата. Я вот желаю, пусть он меня в суд подаст. Я буду только рада.